Сирийская армия добилась крупного успеха в боях за Алеппо. Боевики вынуждены были оставить свои позиции на юго-западе этого крупнейшего сирийского города. Экстремисты бегут и, более того, сами признают свое поражение. Под напором армии они оставили стратегически важный объект – цементный завод. Только в этом месте, по утверждению самих боевиков, они потеряли 35 своих бойцов-боевиков. Сейчас на востоке Алеппо остаются радикалы из нескольких группировок. Причем крупнейшая из них – Ан-Нусра – недавно заявила о том, что рвет связи с Аль-Каидой. Террористы даже сменили название на «Фатх Аль-Шам». Они надеются, что такой ребрендинг позволит им избежать ударов со стороны российской и американской авиации.